bus. Вообще, как холодно. Морская выдра, вы закончили с ремонтом? Там все очень плохо. Придется немного подождать. О, нет. Мы не можем начать исследование. Не бойся, морская выдра — лучший в мире подводный механик. Почти готово. Ой, вот так вот. На помощь! Помогите! Морская выдра! Так холодно! Морская выдра! Морская выдра! Ух ты! Как классно! Юху! Смотрите, это наш новый ледокол! Он классный! Ура! Замечательно! А? Что-то случилось! Тата, что случилось? Морская выдра, морское млекопитающее, превосходный подводный механик. Но он пострадал, пока ремонтировал исследовательское судно, идущее в Арктику. Он в опасности, и ему нужна помощь. Поможем! Спасатели, вперед! Суперспасатели! Помогите морской выдре! Не волнуйтесь, мы все сделаем! Анализирую! А вот и результат. Дядя морская выдра поранился и потерял мех на лапе. Поэтому он мерзнет и его температура падает. Все очень серьезно. Я сейчас его вылечу. Кики, что там у тебя? Все хорошо. У дяди морской выдры очень много меха. У морских выдр самый густой мех из всех животных. Мех защищает их и согревает в морской воде. Поэтому они работают в холодном море. О, понятно. Супер восстановление! Дядя морская выдра, вам лучше? О, вы очнулись, морская выдра! Суперспасатели! К-
Как вы? Как самочувствие? Я... Мне гораздо лучше. Спасибо за помощь. Мне надо закончить ремонт. Корабль окружает все больше льда. Что происходит? На Земле все теплее, и полярные льды тают все быстрее. Мы с вами здесь именно из-за этого. Все готово. Уходим отсюда. Полный вперед. Ура! Продолжаем наше исследование. Спасибо вам, суперспасатели. И вам, морская выдра. Что? Корабль опять сломался. О нет, нас окружает плавучий лед. Мы окружены, мы застряли. Что же нам делать? Нам нужна поддержка из штаба. Тата, у нас новая проблема. Нужна поддержка Рудольфа. Так точно. Быстрее. Рудольф, Кики нужна помощь. Готовься и выдвигайся. Срочно. Понял. Пора задействовать мой новый ледокол. Айсберг кружится! Будь осторожней! О, нет! Ого! Ух ты! Морской автобус готов! Отлично, Рудольф! Нам нужно провести корабль через льды! Плыви впереди нас! Понял! Запросто! Ух ты, отлично! Потрясающе! Плывем за ним! Хорошо! Скоро мы с вами доберемся до места исследования! Вы увидите прекрасный ледяной мост. Ух ты, поскорей бы! Что происходит? О нет, айсберги рушатся одновременно. Какой большой. Ладно, давайте приступать. Не ломается! Лед слишком толстый! О нет! Мы застряли! Что же делать? Мы все умрем! Нам нужно срочно найти выход! Поберегись! У айсберга должно быть слабое место! Я его нашел! Вот оно! Рудольф, ударь ледоколом в отмеченную точку! Так точно! Прицеливаюсь! Полный вперед! Уходим отсюда! Смотрите, ледяной мост! Ух ты!
какой красивый! Нельзя допустить, чтобы такая красота исчезла! Давайте защищать природу!